Всем привет! Вы на канале Nelfabit. В данном видео мы обсудим по-настоящему интересную платформу InFAM. Поговорим о ее возможностях и предоставляемых услугах. InFAM – это аналитическая рейтинговая платформа для честного маркетинга. 15 декабря состоится официальный запуск платформы, который даст пользователям полный доступ ко всем ее возможностям. Большинство стартапов, блогеров и инвесторов точно оценят InFAM по достоинству. Очень мало площадок, таких как InFAM, предоставляет возможность найти друг друга на единой площадке, получить прозрачную цену и актуальный анализ. InFAM полностью готов ко встрече со своими пользователями. Он успешно прошел листинг на CoinGecko и PancakeSwap и уже готовится к листингу на CoinMarketCap. Также InFAM успешно прошел аудит, что подтверждает надежность и качество оказываемых услуг. Основной идеей платформы является помощь в построении чистых и доверительных отношений между партнерами, что в итоге поможет всему рынку стать более прозрачным и надежным. Из центральных новостей за последнее время является листинг InFAM на бирже Cryptology. Это важный шаг для развития всего проекта, ведь эта биржа занимает 79 место в рейтинге CMC и является удобной биржей с поддержкой банковских карт. Возможности биржи действительно велики. Она позволяет зарабатывать не только на прямом взаимодействии, но и также поддерживать реферальное взаимодействие. InFAM полностью доверяет им и недавно перевел большую часть объема торговли своего токена именно на Cryptology. В честь старта партнерства с Cryptology был объявлен розыгрыш призов, в центре которого красуется новенький iPhone. Для участия в данном конкурсе достаточно быть подписанным на Cryptology в Twitter, войти в Info, Telegram Group и предположить стоимость токена INF 31 декабря. Те, кто угадает стоимость токена до 31 декабря 18.00 по UTC, получат главный приз. Согласитесь, это очень хорошая возможность не только поучаствовать в интересном розыгрыше, но и стать частью самого проекта. Также пользователи, которые наторговали на 10 тысяч USDT, могут выиграть от 500 до 3000 долларов. Ссылки на регистрацию и другие полезные материалы размещены в описании под видео. Давайте поговорим о возможностях платформы. Теперь держатели токена InFAM могут заняться стейкингом. Стейкинг поддерживается на срок 30, 60, 90 дней и позволяет получать до 99% годовых. Всего на стейкинг было выделено 2 миллиона токенов InFAM из общего количества в 10 миллионов. Токен является невозобновляемым, поэтому его цена может значительно вырасти в будущем. Например, имея 500 токенов InFAM, мы можем начать холдить их под 8,5% в месяц. Это принесет нам около 42 токенов ежемесячно. Учитывая постоянный рост цены токена и его ограниченность, на выходе мы получаем прибыль, равную не 8,5%, а в разы больше. Это действительно уникальная возможность, которой стоит воспользоваться. Проект активно развивает свои социальные сети и предлагает всем пользователям присоединиться к ним. Каждый из нас может подписаться на их официальные социальные сети и получить доступ к различной информации о проекте, а также значимым новостям, которые в какой-то степени могут помочь нам на пути к желаемому. Что же в итоге мы получаем, используя данную платформу? Во-первых, она поддерживает полностью прозрачное продвижение без посредников, что сильно упрощает само взаимодействие. Во-вторых, платформа использует умный маркетинг, который создает действительно честную цену оказания услуг. И в-третьих, InFAM позволяет строить по-настоящему качественное партнерство всего за несколько минут вашего времени. Это идеальное решение для многих, кто впервые знакомится с миром криптовалюты и ищет поддержки сообщества. Если вас заинтересовал данный проект, то рекомендую вам ознакомиться с ним лично. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Вы были на канале Nelfabit. Спасибо за просмотр!